Прикамье третий день разыскивают вооруженного убийцу. Как стало известно, сегодня к поискам присоединились вертолеты Росгвардии. Кровавая драма разыгралась в соседней Яйве. В ходе пьяной ссоры рецидивист, недавно вышедший из колонии, застрелил из охотничьего ружья своего собутыльника, после чего скрылся, прихватив орудие убийства. Поиски предполагаемого убийцы по горячим следам результатов не дали, и поэтому было решено привлечь отряд Росгвардии. Росгвардейцы осмотрели район, где может скрываться беглец с воздуха. На вертолете они облетели леса, прилегающие к поселку, а также осмотрели окрестности реки Яйвы.